Давай, дорогие, у нас в гостях Егор Крид. Прямо в бой. Да, я ворвался. Чего нам ожидать? Что будет происходить с музыкой в целом? Слушай, с музыкой будет много всего разного. Мои поклонники очень давно хотели, чтобы было больше речитатива и рэпа. И будет... Ты сейчас будешь уже читать, не петь? Самое главное, что у меня очень сильно развязаны руки, и я могу, в принципе, экспериментировать. Наконец-то мама перестала контролировать твое творчество? И делать все, что хочу. Что? Егор, не знаю, если не ты, кто нам ответит на этот вопрос? Но все сейчас мучаются с выбором подарков. Что подарить на Новый год человеку, у которого уже все есть? Я не знаю, я фанат классных парфюмов, я бы подарил парфюм. Слушай, вот, кстати, о фанатах. Бибер, по-моему, да, ушел со сцены, когда ему не понравилось, как фанаты себя вели в зале. Ну, у тебя есть какие-то табу, чтобы вот зрители чего-то не делали в зале? Вот всем, у кого ты будешь работать на корпоративах в этот новогодний праздник. Не знаю, мне не нравится, когда, допустим, люди в первом ряду смотрят через экран телефона на меня. Это вообще, это просто беда нашего времени. Я пытаюсь объяснить о том, что вся твоя память должна быть не в телефоне, а в голове и в сердце. Это же тот самый момент, здесь и сейчас. Но у меня есть решение для этой проблемы. Надо просто специальный концертный шлем купить. То есть Крид будет выступать для инопланетян, которые сидят в зале? Я предлагаю для всех марок просто телефонов сделать крепление для головы. Чтобы люди включали просто запись и все. Егор, у нас проходил большой конкурс в интернете. Вот Лен подробности расскажет. Да, мы его проводили в Инстаграме. Девчонки выкладывали свои селфи с хэштегом «Я норм», чтобы доказать, что осталось много нормальных девчат. Потому что мне сейчас перед эфиром как раз дали 5 победительниц. Ну как 5? 5-6 победительниц. Я не глядя выбрал одну, и сейчас посмотрим, кто это есть. А, то есть прям на удачу это все было? Ну как? Ну а как еще честно можно выбрать из 6 победительниц? Это да, ну мы обращали внимание на все. Насколько девчонки... симпатичные? Ты знаешь, глаза зеркала души? Скорее да. Насколько они быстро отреагировали на призыв? Насколько они хотят победить? Насколько они в комментариях признавали себя? Братуха, глаза хорошие. Тебе в любви. Приз-то был, между прочим, 2 билета на концерт Егора Крида. Да. И встреча с Егором после концерта. Алина Марселевна 000. Че ты ржешь-то? Ой, симпатичная девушка. Давайте поаплодируем. Алин, мы тебе вручим билеты. Все, мы Егор... тебя поздравляем, ты молодец. Вот твой инстаграм, вот здесь все пацаны, смотрите. Когда концерт у тебя, бро? Концерт 7 марта, бро. Друзья, у нас сегодня был Егор Крид, очень душевно поболтали. Спасибо, что ты все-таки успел к нам. Спасибо большое всем тем, кто нас слушал. И у меня недавно спрашивали, какие эфиры, какие радиостанции я люблю и там ценю. Но вот на эту радиостанцию Energy, к вам в эфир, я всегда реально прихожу с интересом, с удовольствием. Спасибо вам за то, что вы есть. Радио Energy во всех лифтах страны. Шоу Black to White. Это шоу с черным перцем. Знает вся страна. Слушай шоу с черным перцем. Его слушай на Energy.